В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности в школах города проводятся открытые уроки на тему «Наш бюджет в цифрах и делах». В этот раз слушателями стали старшие классы из 24-й школы. Были организованы открытые уроки «Наш бюджет в цифрах и делах», где для учащихся 9-х классов школы 21-й, 24-й школы мы представили презентацию, где рассказали об уровнях бюджета, как формируется бюджет, как тратится, какие расходы и как школьники сами могут участвовать в формировании и в расходах бюджета. Старшеклассников познакомили с видами налогов, уровнями бюджетной системы, рассказали о том, как пополняется казна нашего города, как расходуются его средства. Также была рассмотрена структура расходов. Ребятам рассказали и о том, в каких программах они могут принимать участие. Программа поддержки местных инициатив – от вас главная идея. То есть, допустим, директор не всегда знает, что вам нужно. То есть, допустим, комната отдыха, да, где вы можете на перемене провести время. То есть вы сгенерировали какую-то идею, донесли до директора, дальше директор уже реализовывает и участвует в конкурсе. Уроки финансовой грамотности помогают старшеклассникам получить доступ к финансовым знаниям, предоставляют возможность живого общения с профессионалами финансового рынка, способствуют формированию принципов ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых решений. На самом деле, за этот урок я извлек очень много новой информации. Например, я узнал, ну, куда вообще поступают деньги жителей, как формируется бюджет. И еще я задал, ну, собственно, свои вопросы. Как можно заработать на инвестициях и на прочих проектах? Я думаю, в первую очередь нужны нам такие уроки, ну, чтобы понимать, куда деньги идут, как можно заработать, чтобы не просто так деньги выгорали и все, чтобы понимали, мы участвовали в этой системе. Мне очень сильно понравились слова, когда я задавал вопрос, например, про инвестиции. Мне ответили то, что сейчас очень много всего, и подробную информацию можно найти, например, в тех же самых группах ВКонтакте. Я, как только я приду домой, я обязательно все просмотрю и погружусь в это. Центром финансовых исследований Министерства финансов Республики в нашем учебно-методическом центре размещен уголок финансовой грамотности, на который представлена литература, буклеты, памятки соответствующей тематики. С данной литературой может ознакомиться любой желающий. Альбина Кашапова, Олег Долгушин, телекомпания «Салават».